Конкурс «Дети читают стихи». Зеленцова Кристина, 11 лет. Службы и управления. Город Канаш, Чувашская республика. Николай Михайлович Рубцов, в горнице. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои, в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Зеленцова Кристина, лицей, государственный.